народ, всем привет! У нас сегодня очень актуальная тема. Удивительно вообще, что произошло. Недавно, обычно пролистывая сообщения в ВК, я напоролся на такое очень интересное. Пишет некий Саша. Я, говорит, гуляю себе спокойно по полю, по лесу, где-то в Химках. И вижу, говорит, следы, и в поле, в чистом поле, стоит Субару. Субару Легаси. Просто стоит. Он, естественно, к ней пошел, мало ли, может, там кто-то в аварию попал или что-то еще. Подходит и видит, машина с разбитыми стеклами, вполне свежая Субару, брошенная явно, сбитой жопой, без заднего бампера, с открытым люком, вся закиданная снегом. И произошло все это буквально недавно. Он ее всю пофотографировал. И что делать? Решил написать мне. Я как только увидел это сообщение, я ж вообще офигел. Как это так? Просто где-то стоит какая-то машина. Блин, бросаем все, летим туда. Находимся мы в Химках. Едем вообще по какому-то странному событию. Едем куда-то непонятно, в поле в какое-то, где по заверениям Сани, работающего на Тойоте, это важно, потому что сразу респект к человеку, уважение, там, доверие полное, да, если человек работает на Тойоте, просто так, но люди не работают. Саня написал, говорит, так как он все-таки связан с Тойотой, и судьба Субару ему не безразлична, потому что Субару дружит с Тойотой, и, по-моему, 8% или 9% компании Субару принадлежит компании Тойота, и вот на эти 8-9% примерно Саня решил, что ему не безразлична судьба этой Субару. Увидел где-то в поле, нашел машину брошенную и написал: приезжай, давай посмотрим, что с ней не так. Под шлагбаум? Тут шлагбаум есть? Да. О, мы под него нырнем. Вот если мы были на 200-ке, хрен бы мы под него нырнули. И сразу налево плавно. Хорошо. А, да, реально стоит, ни хрена себе. И что, людей нет? Вот ее следы, вот они уходят туда направо, и она там вот уперлась в сугроб и стоит в ожидании. Офигеть. А, блин, еще стекла здесь еще разбитые были. То есть она уже с разбитыми стеклами заехала туда. Ну что, пошли. Пошли. Нифига себе, блин. Блин, серьезно, да? Как так-то вообще? Прям месяц Субару какой-то. Офигеть, тут стекол, елки-моталки. И смотри, что, там что-то стекло, и судя, не похоже на воду, да? Это масло. Масло? Да. Это масло. Зачем ее поливали маслом? Чтобы регенерировало? Госномеров нет, да? Но по ВИН-коду ты ее пробивал. Пробивал. Бьется машина в другом городе. Да хоть капот дернем. Оживление мертвеца. Мы угнанными тачками не занимаемся. Еще никто не сказал, что она угнанная. Да? Не, ну если она перебитая, то с чего-то она должна быть перебита. Да, ну интересно, почему ты... Вин-код. Мне показалось, что он подозрительный. Ты что, Максим Шелков? Нет, просто он какой-то корявый, я не знаю. Нет? Аккумулятор уже дернули, реально. А ты ее не звонил? Ключей в ней нет? Нет, сиди, посмотри. Сейчас вот я отсюда просто кину, ты, хрен их найдешь, да? Блин, но я не субарист. У нас, отличный с тобой этот. О, репей.
У нас с тобой отличный тандем. Один не эксперт, другой не субарист. Ёлки, какой репей приставучий. Блин, да у нее гур весь в говне. Проблема. А ты жижи проверял все? Масло посмотрел. Посмотрел, нормально, оно уровень? Есть, оно есть. Очень хорошо, значит, это не Субару. Блин, реально офигеть. Жарко было людям, похоже. Да. И судя по следам, тут все в масле. Да. Блин, а может это нормально для владельцев Субару? Просто, может, они просто хотели долить масло, и все так получилось на ходу. А может там это, где-нибудь заливная горловина, чтобы ты на ходу не останавливаясь, прям заливал масло, а он, видишь, не справился с управлением и ушатался. По попытке долить масло. Офигеть. То есть телефон владельцу найти не удалось пока, да? Короче, мы поговорили с Саней. Саня уже успел подготовиться. Он пробил эту машину, и оказалось, что эта машина принадлежит человеку, который живет в Калининграде. И этот человек говорит, я сижу и наблюдаю эту машину из окна. Она стоит у меня. То есть вы понимаете, что это двойник. Хорошо, у тебя крыло бито заднее правое. То есть не они в кого-то въехали, а в них кто-то въехал. Так, 31-10, 10-й год. Ну, чуть-чуть эксплуатированная запаска. Ну, совсем чуть-чуть, почти новая. Ну, опять, ты говоришь, менты ее не нашли? Нет, я им объяснил, они сказали, мы проехали, посмотрели. Так. Тебя не напрягает, не напряг момент? Что ты позвонил владельцу, ну, другу владельца, и он сказал, машина стоит у меня под окном. И как бы после этого тебе хоть кто-нибудь написал, что происходит? Никто. Вот если бы я был владельцем машины, и мне кто-то написал, слушай, дружище, я тут твою машину вижу, она тут разбитая стоит, я бы сказал, воу-воу-воу, секунду, давай-ка посмотрим, встретимся и приедем. Мне было бы интересно, какого хрена творится. А он где находится? В Калининграде? Да. А давай посмотрим дату производства каких-нибудь элементов. Да. Так, давай, Субару, рассказывай, где ты пропечатываешь даты? Вот какие-то вот эти крышечки, смотри. Шлеп. Блин, странно какая-то Субару, не вижу ни одного опознавательного символа по дате производства. Но колесо 10-го года, это уже как бы немного подозрительно, правильно? Какого хрена у тебя на машине 12-го, 14-го года будет стоять 10-й год колесо. Давай, детка. Я опять ни хрена не вижу здесь. Ну-ка. Номера есть, а дат не вижу. Ладно, давай на ремнях глянем. Я вот чувствую, что-то не то. Я говорю, скорее всего, выпаленная тачка. Здесь тоже нигде нет. Здесь тоже все по максимуму убрано. О, да, есть. Не мог же я ничего. Сделан в Японии. И вот смотри, MNOP. И прописано. А как расшифровывается вот эта вот маркировка? Хорошо. Давайте залезем в порог. Потому что в пороге очень часто есть проводка. А на проводке отпечатывают дату. Так. Бирочка у нас есть. Рукоятка бензобака держит полы, поэтому... Ага. И сюда. 10.07.06. Хорошо. Эх, была бы у меня Субару. Я бы ее тоже бросал везде, где только можно. Да. Все, никто здесь не лазил.
Ну, Subaru прям экономит, не любит печатать даты. Ну, а что, зачем ты это все рассказал? Взял бы, заугнал себе эту машину домой, разобрал бы. И стал бы богатым. Это же Subaru. Одна фара с ксеноном будет стоить космических денег. Одни только колеса, сними. Смотри, что, блин. 18-е они, да? 18-е. Размер отличный. 235 на 40, 18. Ну ты чё? Вот фонарь задний точно должен быть каким-то образом обозначен. А у нее... А, да, вот же, блин, с капота. Никитосу надо сказать, пусть на свою, блин, эту SVX заберет отсюда газлифты. Ну уж на подушках-то точно должны быть отшлепаны даты. Причем руль так вывернут удобно, что до обоих болтов достать можно. Фара на лобе, по-моему, будет. Ну да. Так. Ни хрена нет дат. О! Есть дата на руле. 10.08.02. Так, ну, соответственно, минимум два доказательства, что она 10-го года, у нас есть. Очень хорошо. То есть автомобиль, скорее всего, 10-го либо 11-го года. И это важно, потому что по документам, то есть по ВИН-коду, машина бьется 13-го года. То есть 13-го модельного, 12-го фактического. И тут мы начинаем понимать, что наши подозрения усиливаются и подтверждаются, что это действительно левак, скорее всего. А, так а посмотри, у нее... Ну-ка. Ну а что думать? Вот посмотри туда внутрь. Посмотри, как меняется структура краски просто на одно месте, смотри. Ну, судя по всему, реально, ты прав, она битая. Ну, перебитая. И тут становится интересно. Окей, это левая тачка, явно ворованная с перебитыми номерами, причем 10-го, там, ну, максимум 11-го года, перебитая под 12-13 модельный. И как она сюда попала? И почему она брошена? Почему ее до сих пор не впарили какому-нибудь лоху? Эх, вот те люди, которые это сделали, если они будут смотреть этот видос, гореть вам за это в аду. Жила себе Subaru, никого не трогала. Ездила, наездила свои там 150 тысяч километров примерно, да, на скидку. Спокойно жрала себе масло, спокойно умирала ли там у нее какие-нибудь элементы потихонечку. Ну, требовала каких-то вложений периодически. Блин. Ладно, я... Эх, блин, смотри, какой воздухозаборник классный, капот алюминиевый. Эх. Ну и тут, соответственно, можно начинать строить догадки. Мне кажется, самая правильная версия будет такая. Угнали у кого-то Subaru, перебили на ней номера, решили продать. И в какой-то момент, по несчастливому стечению обстоятельств, ну, для кого-то по счастливому стечению обстоятельств, они попали в ДТП. Скорее всего, вот именно это ДТП, заднее правое крыло с бампером, может быть, в них кто-то въехал или что-то еще. Но так как те люди, которые были за рулем, там один, два, ну их явно было двое, потому что по следам было видно, что двери открывались обе, скорее всего, их было двое. Но так как эти люди знают, что они едут на ворованной машине, они понимают, что если они сейчас здесь, на месте ДТП, останутся, приедет ГАИ и их просто раскусят, потому что машина-то вообще находится в Калининграде, она не оформлена не на них. И для того, чтобы не попасть в лапы, скажем так, правоохранительных органов, они начинают сваливать. И я говорю, очень хорошо, что это Subaru 2,5-литровая турбовая, потому что на ней это свалить вообще не проблема. Понимаешь, что эта машина, за этой машиной сейчас, наверное, начнется охота, потому что вдруг второй участник движения или кто-то еще заметил номера автомобиля, и сейчас их, естественно, подадут в розыск, потому что человек скрылся с места ДТП. ДТП довольно серьезное, и надо понимать, что у второго участника, наверное, тоже довольно нехило. И ему для того, чтобы получить выплату страховой, а может быть, он даже виноват был в этом, ну не суть важно. Для того, чтобы оформить ДТП, ему нужен второй участник. И так как они не хотят попадаться сотрудникам, они, соответственно, сотрудникам ДПС, они, соответственно, решают свалить. Я не знаю, едут, думают, что делать, скорее всего, за рулем. Я представляю себе, прям как фильм можно снимать. Да? Вот едут за рулем, там, сваливают на эту Subaru без бампера, битый, и думают, что делать, мать твою? Мы же ее перебили, блин, что нам делать? И они приходят к выводу, что надо ее бросать. Потому что эта машина становится абсолютно опасной. Дальше на ней ездить нельзя. Конечно, можно ее загнать в какой-нибудь отстойник или что-то еще и второй раз перебить номера, потому что по этому ВИН-коду и по этим госномерам уже не получится ездить и продавать машину. И у них либо такой вариант, либо вариант
быстрее ее где-то бросить. И это, наверное, самый правильный, потому что пока они доедут до отстойника, пока ее спрячут, их 10 раз могут перехватить. Мало ли, вдруг тот второй участник сразу позвонил в полицию, сообщил номер, и эту машину сейчас на перехват сразу где-нибудь будут ловить. Всякое бывает. К тому же их, наверное, подгонял страх. И, соответственно, они едут, находят какое-то поле и просто ее бросают. И убегают. Причем перед этим разбив все стекла и сорвав номера. Все это было уже там на месте. Потому что если бы они делали это заранее, то, соответственно, можно было бы в салоне увидеть грязь с улицы и так далее. Да и странно было бы лететь на Субару без стекол, с открытым люком, просто по трассе где-то, ну, как минимум, можно заболеть. А угонщики, они же не любят болеть. Зачем? У них такая работа, столько лохов еще надо развести, в общем, болеть не вовремя вообще. Вот, соответственно, они приезжают, бросают ее, разбивают все стекла, срывают номерные знаки, ключей в салоне тоже нет. Причем, самое интересное, селектор стоит в положении драйв. Селектор стоит в положении драйв. То есть, судя по всему, каким-то макаром, все происходило в панике, наверное. Но опять, как можно выключить зажигание, вытащить ключ? Может быть, на Subaru, конечно, это возможно, когда селектор стоит в положении драйв. Вполне возможно, что они где-то валяются. То есть, возможно, они их вытащили, просто кинули куда-то в снег, в любую сторону, там, на 10, 15, 20 метров. Их сейчас просто не найти. Госномера поблизости, вот мы посмотрели, осмотрелись вокруг, тоже нигде не увидели. Возможно, они забрали их с собой, а может быть, тоже куда-то выкинули. Сделали они это тоже не зря, для того, чтобы, если вдруг их кто-то где-то заметил или что-то еще, эту машину, чтобы нельзя было быстро ее опознать, чтобы ушло какое-то время на ее опознание. Ну и они могли уйти быстрее. Короче, прошло какое-то время до периода, когда их начнут искать. Такая теория. И она вполне, мне кажется, имеет право на жизнь, потому что все укладывается абсолютно ровно. И ДТП довольно свежий на этой машине, и факт перебитых номеров, и срезанные бирки, и даты выпуска, все идеально ложится в эту версию. Вот. Причем есть даже подозрение, что, возможно, ее хотели сжечь, эту машину, потому что в салоне и в багажнике, и много где есть следы масла. Но если кто-то из вас пытался зажечь на морозе масло, вы знаете, что это очень, очень сложное мероприятие. Смерть Субару. Блин, я не знаю, на самом деле, что делать в этой ситуации. По сути, как бы явно машина не та. Что мы сейчас будем делать? Я еще эту машину не пробивал, блин, холодно, здесь ее смотрели. Сейчас доедем, я пробью ее, посмотрю, попробую найти фотки, попробую найти владельца этой машины. Но, судя по тому, что Саня говорит, он уже это делал, владелец машины, которая бьется по этим документам, отлично ездит на своей машине где-то в Калининграде. И причем он, Саня, смог даже найти где-то фотки на драйве и так далее, той машины. И плюс по состоянию моторного щита, на котором отпечатан ВИН-код, по наличию поломанных клипс и так далее, можно сделать вывод, что, скорее всего, это не та машина, которая бьется по документам. Мы сообщим, куда надо. Пускай приедут, разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Печально, вообще очень жаль, что вот есть такая машина классная. Она ни в чем не виновата, а какие-то засранцы-ушлепки сотворили с ней такое. В любом случае, надо, наверное, об этом, чтобы узнали все субаристы. На самом деле, Legacy не так много продается. Надо просто сообщить всем, может быть, где-нибудь вылезет субарист, который реально знает эту машину. Может быть, у кого-то угнали эту машину. Посмотрите, может быть, это ваша тачка. Предварительно, вот по всем данным, это 10-й год. Ну и по состоянию машины пробег где-то 1150. Поэтому, если у вас Subaru 10-го года, пробегом 150 тысяч, турбовую, Legacy, такого серо-черного, сероватого цвета угнали, значит, это она. Потому что ее максимум, наверное, одну за всю историю угнали. Вот так. Что же было дальше? Мы, соответственно, полазили, посмотрели по всей этой машине. Все, ну что дальше делать? Все понятно, это Subaru. Надо, соответственно, заявлять в полицию о том, что найден этот автомобиль. А Саня уже звонил и заявлял в полицию ранее. И мы такие, ну окей, раз он заявлял, он им скидывал геолокацию, объяснял, где там что находится. Окей, ну поехали. В общем, выезжаем мы, проезжаем 300 метров, и тут, как-то странно, стоит полиция. Вообще в другом месте стоит Лада Гранта, вот, с надписью «Полиция». И мы такие сразу, что делать? Ну давайте и как бы скажем им, что машина-то здесь. Раз уж они здесь, покажем хотя бы, чтобы они знали о том, что это так. Ну мы к ним едем. Полиция. Отлично, полиция. Я из машины не выхожу, вот это нетонированная, да? Нетонированная, да. Ну ты слышишь, да, разговор? Да, да.
Здравствуйте. Да. А, извините, пожалуйста, есть такая тема. Здесь, вот здесь буквально, на расстоянии километр, стоит Субару. Субару? Субару, брошенная, в снегу. В поле? Да. А, вы ее ищете, что ли? Здрасте. Вы машину ищете? А, или что у вас тут? Еще одна куда-то уехала? Нет, там другая стоит, Субару. Может, вы ее ищете? Да, нет? Да, да. Ну, поехали, я вам покажу ее. Мы только что вот от нее едем. Оказывается, что эти полицейские Росгвардии ищут именно эту Субару. И после Сани еще кто-то позвонил. Наверное, те, кто свистнули оттуда аккумулятор, позвонили, сообщили об этом. Вот. А они не знают, где им сказали, там, где-то вот в том районе. И все, и они не знают, где ее искать. И тут мы, я им говорю, ребят, она вон там находится, давайте я вам покажу, мы только что ее видели. Для того, чтобы нам туда попасть, нам надо ехать там далеко, на разворот и так далее. Но мы-то с полицией. Я говорю, а как мы, тут же встречка? Поехали. Я с мигалкой. Это уже интересно. Это совпадение такое, да? Оп, стоят. Да. Они прям ее искали? Да, они ее ищут. Серьезно? Да, они ее ищут. Говорят, мы ее ищем. А что бы нам не поездить на встречку? Если мы работаем в полиции, то мы всегда будем ездить как хотим и где хотим. Но обрати внимание, что мы развернулись за один раз, потому что мы не на гранте. Разворачиваются и прям по встречке. Ну и я за ними, соответственно. Ладно, было бы прикольно, если бы они меня еще за это прав лишили. Но это Росгвардия, они же не имеют права, они же не депосы. А, вон мы сейчас еще раз разворачиваемся. Они... Вообще конец. Да, я обгоню, дай обгоню. Поехали. Причем, смотри, как интересно, ребята, да? Ее ездят, ищут, а мы ее и везем их. Блин, они должны грамоту дать тебе, Сань. Таким образом, мы сдали эту машину в полицию. И мы на этом распрощались с ними, уехали. Я спросил у них, что будет дальше. Они сказали, что сейчас они вызовут эвакуатор, заберут отсюда эту машину, отвезут, естественно, на стоянку до выяснения. Будут производить экспертизу, пытаться установить родной ВИН-код и возвращать ее владельцу. Реальному владельцу. То есть, вы понимаете, не тому, который в Калининграде, не тому, под чей ВИН-код она перебита, а реальному владельцу, тому, у которого угнали кузов 10-го, там, 11-го года и которую перебили. Вообще, я не думаю, что так много турбовых Legacy у нас продается. И странно было бы угонять машины, которые редко продаются. Это как угонять Ferrari. Как ее продать, если их там две продается? Таких, как ты угнал на всю Россию. Ну, окей. Ладно. Угонщиков мне тоже не понять, как субаристов. Может быть, это субаристы-угонщики. Может быть, они такие. В общем, если вы являетесь владельцем автомобиля, являлись, например, если у вас угнали эту Subaru, выйдите, пожалуйста, на связь. Если ваша Subaru была 10-11 года, Legacy 2,5 литра, турбовая, такого цвета, ну вот она там темно-серая какая-то, свяжитесь, пожалуйста, со мной, потому что, возможно, это ваша машина, и, возможно, мы поможем следствию разобраться, скажем так, с этой проблемой и вернуть ее вам. Ну и, само собой, это не значит, что надо сейчас всем бежать подряд и говорить, что вот у моего друга, свата, брата, там кого-то когда-то 50 лет назад угнали Subaru Impreza 85 года. Нет, нет, нет. Речь идет про Legacy, именно вот этот вот кузов BM, 10-11 год, такого-то цвета и так далее. Естественно, не для того, чтобы понять, что вы действительно владелец, мне необходимо будет от вас получить доказательства, например, фотографию с этой Subaru или документы ее и так далее, чтобы я понимал, что действительно этот автомобиль ваш. И мы с вами дальше уже будем пытаться решить этот вопрос. Блин, на самом деле очень обидно. Вот смех смехом, но прямо такая боль. Брошенная машина, вот ее создавали, японцы делали. Для того, чтобы она вот так вот в поле разбита стояла, не знаю. Это уныло и это печально. Поэтому, если вы
тот самый владелец, пишите, постараемся решить этот вопрос. А на этом все. Как-то так. Всем пока. Не теряйте свои Subaru. Toyota можно, Hyundai можно, но Subaru терять не надо. Потому что кроме вас они нафиг никому не нужны. Ты мне знаешь, скажи, как ты здесь гулял? Я просто такой человек, что я... Какой человек здесь? Домов нет, метров километров 500. Я и летом здесь гулял, вот по дороге, через лес там. То есть, вот. Ты выходишь из дилера Toyota, ну, практически, да. Идешь туда пешком и просто гуляешь такой. Да, да, минус 15 на улице, дубище там такой примерзаешь, а что бы мне не погулять? Вообще, если перестанут люди бухать, то вот таких случаев, скорее всего, не будет. Это все из-за бухла. Блин, душа как-то... Вообще конец, блин. Ты так вроде смеешься, радуешься, а в душе как будто плюнули, ё-моё. Нельзя так делать. Я вообще спал всю ночь из-за этой тачки, думаю, ёлки-палки, как так? Кто-то ж её любил. Абсолютно. Кто-то её любит.